Вроде бы хорошо. Так, ждем, пока у нас все прогрузится тут. Или оно не прогрузится. Понял. И доброго времени суток, товарищи. С вами товарищ Прайм и Врата Балдура 3. Решил я снять эту игру, потому что почему? На ней можно хайпануть, вот и все. Ну и вообще я ее купил. Проходить я ее прохожу очень медленно. Вот, могу рассказать только так. И буду я проходить не с самого начала, как это нужно делать в прохождениях, а с момента, с определенного момента, короче говоря. По сути, я не так далеко по сюжету ушел, у меня отыграно всего 11 часов, из них игровых часов по сюжету, даже не по сюжету, там, по каким-то моментам 9 часов получается. Почему 9? Потому что 2 часа меня жестко жарили в моих персонажей, короче. Из персонажей мы имеем, вот, я, меня зовут Гивалюс, не спрашивайте почему. Потом Шедухард, мы ее находим, в принципе, сразу же. Асторион, которого можно тоже найти. И Уилл. Итак, кто не знает предысторию? Читайте предысторию. Ну ладно, вкратце, если сказать, нас захватывают элитиды, какие-то ктухи на своем корабле. Нам вживляют личины в голову. Всех, кому мы встречаем и кто рад пойти с нами, в принципе, имеют личинок в голове. То есть все 4 человека с личинками. И что еще там? Корабль падает в каких-то неизвестных землях. Мы находим Шедухард, потом находим Уилла, потом находим Асториона. Кстати, из портала, там рядом с кораблем есть портал странный. Из него можно вытащить еще одного челика, колдун какой-то. До него я пока не дошел, потому что я его забрал, и он сейчас в лагере сидит. Вот. И еще какая-то красная там женщина. Горячая, здоровая. Имя которой я забыл. И наша задача, в принципе, найти лекаря, который вытащит из нас эту личинку. А если мы ее не вытащим, рано или поздно превратимся в ктулх, которые нас и похитили. Так, вот. Это в основном основная наша задача. Мы открыли рощу изумрудную. Отбили атаку гоблинов. Но потом нам сказали, идите нахер отсюда. То бишь, с изумрудной рощи. И все, дальше у нас все земли открыты, все пути открыты. Можем идти на все 4 стороны. Тем не менее, в изумрудной роще творится какая-то хрень, потому что они потеряли своего предводителя, и там предводитель сейчас другой. Вот. У нас была возможность, конечно же, попасть в гоблинский лагерь, в котором находится их предводитель, Хальсин его зовут, друид Хальсин. Мы могли туда проникнуть, как-то договорившись, но я не спас гоблиншу, которую можно было спасти в изумрудной роще, с помощью которой мы могли попасть к ним в лагерь. А как попасть туда по-другому, я вообще в душе не чаю. Так, теперь я вообще в душе не чаю, куда нам идти, что делать. У нас до хрена ли он заданий, очень много. Что делать, непонятно. Спасти первого друида. Рощу друидов. Так. Друид Рат сказал нам, что первый. Так, скрыть завершенный. Давай-ка. Во. Ага. Роща. Найти песню ночи. Спасти великого герцога. Выследить его лицо. Девалюсь мы выследили, в принципе, белокурый эльф. Это что у нас? Мы встречали странного эльфа, зараженного таким же паразитом. Поначалу он отнесся к нам враждебно, но узнав, что все мы заражены, тоже согласился присоединиться к нам. Блять, он тоже в лагере у нас получается, что ли?
Ладно, идем дальше. К нашему отряду присоединился волшебник по имени Гейл. Вот, волшебник. Он утверждал, что тоже был на том наутилоиде, а значит, он тоже заражен. Дочь тьмы. Так, это у нас Шедухард. Клинок фронтира. Уилл врач говорил с суровым указанием, которое же его ждет. Когда представится возможность, нужно устроить долгий привал. Очевидно, клинок фронтира многое нам не договаривает. Он суициднуться хочет, возможно, я подозреваю. Мы приняли Карлах. Вот, Карлах в отряд и заверили ее, что разберемся с преследующими ее паладинами. Во! Паладинов, кстати, я так и не смог устранить, в первую очередь потому, что они сильные. Ну, там один чел сильный только, и он нас очень жестко дрет в задницу. Вернуться к Зевлору. А для чего нам к нему вернуться надо? Как хочет, чтобы вы выдворили тифлингов прочь, она попросила увезти их из рощи. Ага, ага. Так, и что еще у нас? Изумрудная роща, какое-то задание висит. Найти мол, осмотреть берег. Что это такое? Донни куда-то пропал. Надо найти другой способ попасть к мол, или может Донни еще вернется? Показать на карте. Так, как-то это место можно отметить? Как понимаю, нет. Так, ну допустим, допустим, тут у нас что? Выследить эволюцию, разобраться с паладинами. Угу. Какие еще задания у нас? Утес, это портал, портал. Ну и у нас основная часть это... Ух ты, какая тут карта еще. Продолжение есть какое-то. Горный перевал. Погнали вот сюда. Погнали вот сюда. Хрен его знает, что мы там откроем. А нам как-то попасть бы... в... Пристанище гоблин. А, кстати, у нас мусор много. Мусор же надо еще продать. А я и забыл об этом. Что мне всякое набрано тут. Окрестности изумрудной рощи. А прямо в изумрудной роще нет у нас никакого портала, да? Ладно, обратно в рельсы топошится. И снова мы здесь. И снова седая ночь. И только ей доверяю я. А дальше текст я не помню. Вот такие вот дела. Так, открываем, мы пришли. Спасибо. Давай, давай, проходи, не задерживайся. Так, блин, я надеюсь, надеюсь, что картинка не так плохо выглядит на видео будет. Но я попробую залью, что получится, то получится. Если будет все хреново, то мне либо придется понизить еще FPS. О, FPS. Настройки, графики, либо ХЗ. Но они вообще стали уродами теперь. Так, что у тебя есть ненужного? Череп минус, тарелки минус, тарелка минус, словно лютня минус, свечи, ну пусть ладно остается, рабский разум, мозг гуманоида, живой и в идеальном состоянии, плавающий в спинномозговой жидкости. Нахрена эта штука нужна, неизвестно, но что-то он слишком дешево за нее хочет, так что я не отдам. Пустотный клубень, тоже что-то непонятно, что так дешево. Перо, две штуки нам не надо. Оникс. 18 дает. Оставим пока. Ножи не нужны. Молотки не нужны. Кстати, лопату нечаянно надо не продать. Малахит. Продаем. Ложка. Кувшин с водой оставим. Кость. Клещи. Ядкий клубень. Оставляем гелиотроп. Он же кровавый камень. Впрочем, кровь можно выжать из любого камня, если у него достаточно острые края. Непонятная штука, продаем. Веревка. Для чего она может пригодиться? Хрен его знает. Давай две штуки оставим. Бутылка с жиром. До долгого отдыха. Считаю, оказавшись жиром поверхности, имеет вдвое сниженную. Ай.
Существа, оказавшись на жирной поверхности, имеют вдвое сниженную скорость перемещения и рискуют упасть плашмя. Понял, это в бою можно использовать. Агат, минус. У персонажа недостаточно золота. А в смысле недостаточно золота? У торговцев уже всегда бесконечное количество золота должно быть. Ё-моё, зелье лечения. Сотку стоит, ты охерел что ли? Чё, 5 штук купить сразу? Один хрен. Мы это все сможем вернуть, грубо говоря. Так, агат, минус. А, в смысле, это за все 100? Ни хрена себе. Я думал, сейчас 500 заберет. Тогда это круто. Так, надушенное письмо. Текст все еще можно разобрать, несмотря на пятна воды. Так, непонятно для чего. Серебряное ожерелье. Минус. Медное колечко. Минус. Кольцо с хризолитом. Минус. Кольцо с рубином. Минус. Кольцо с гранатом. Минус. Это что у нас щит из обломков дерева? Нахрен оно не надо. Кожаный доспех, кожаный персонаж недостаточно золота. Что у нас? Истлевшие кожаные доспехи дроу. Легкая. Так, а это что броня нам дает? Превосходная набивка. Вы получаете на одну меньше дробящего урона. А тут у нас... Так, класс брони 12, класс брони 12. Легкая броня. А если мы... Ну-ка, все. Аарон, да, прибудет с тобой кто-то там. Ладно. Так, какая-то броня у нас имеется. Ну-ка, если мы ее натянем. Нет, не туда. Ну, что могу сказать? Выглядит он довольно сексуально. Но носить он ее не будет. Вот так вот. Так, у них что интересного есть? У них, в принципе, практически ничего. Ну вот, лук мне дали, и все. Лишний бой. Так, у нас тут какое-то рядом задание есть. Какое-то рядом задание есть. Вот сюда сходить, да? Это у нас прямо-прямо-прямо направо. Там мне говорили, есть какая-то дверь. А вот тут можно поговорить со странным волом. Это чел, который себя заколдовал. Нахрена он это сделал, неизвестно. А, нет, известно. Он хочет добраться до врат Балдура со спокойной душой. Но с учетом того, что он превратился в мола, вола точнее, по-моему, будет все херово. И рано или поздно его просто схавают. Вот и все. О, какой водопад некрасивый. Так, тут где-то дверь должна быть, да? Дыра. Да не пролезть. Так, а вы можете все куда-нибудь съебаться? Блять, нет, историю. С ней вообще не о чем разговаривать. Так. Вас по одному слить можно сюда? Да в смысле? Гевалиус, Гевалиус, стой. Ладно, давай ее. Так, Shadow Heart. Ага, понял. Не ломается. Так, ну тут я вижу только мыльные камни. Двери никакой не вижу. Не, конечно, понимаю, я слепой, но не настолько. Так что, хрен его знает. Может, дверь с этой стороны? Гевалиус, пожалуйста, переключись на себя. Может, дверь вот здесь он имел в виду? Так, повернись, камера. Так, тут мы были, тут склад у нас. Тут у нас просто какой-то сквозной проход. Не так ли? Так, а чё с тобой? О чем говоришь? Эти друиды хотят нашей смерти, ничего святого для них нет. Наверное. И все? И все.
Тьяк. Ладно, хер с вами. Тогда мы идем обратно в ту же локацию, где и были выглядели валицу. Блин, ну с ними драться, это такое себе удовольствие. С этими паладинами. Ты вроде их убиваешь, но черт подери. Нас убивают еще больше. Еще сильнее. Еще хуже, точнее. Так. Горный перевал. Горный перевал. Так, два задания в эту сторону, да, нам торчат? Ага. Значит, нам сюда. Так, тут разбитые стражники лежат у нас. Так, тут у нас ничего уже нету. Схожая дорога. Ну-ка, направо идем. Что там интересного будет? Горный перевал. Так, здесь мы были? Мы здесь были. И сюда лучше нам вообще не соваться. Там у нас очень-очень неприятные персонажи. И огромный дракон с 1000 хп. Или с 3000, я не помню. Ну, вроде бы с 1000. Кажется, не так много, но, черт подери, я особо еще не привык здесь сражаться. Так что я лучше пока этот бой обойду. Так, тут мы все обыскали. Так, разрушенный мост, который мы можем, скорее всего, перепрыгнуть. Ага, не можем, да? Можем. Отлично. Опа. Чё это? Не понял. Ты кто? Так-так, что это я вижу? Дорогу к искуплению или к окончательной погибели? Кто знает? Ведь путь твой едва начался. Не понял. Он знает, кто я. Что это за херня? Так-так. А, еще не дочитал. Что лучше подойдет такому случаю? Может, слова колыбельный? Так, ты кто, ё-моё? То-то радости было мышки, как лисица кота провела. Но когтистая лапа ударила, тут и песня к концу подошла. Отменные в Кармире сочинители, согласись? Приятно познакомиться, Рафаил. Твоим услугам, с превеликой радостью. Спасибо, конечно. Но что-то ты какой-то странный. Все в ахуе, короче. Так, ладно, что у нас? С удовольствием, меня зовут Гевалиус. И с кем же я сейчас говорю? С мышью или с котом? Изящные словеса. Но если пытаешься скрыть за ними угрозы, мог бы говорить прямо. Шел бы ты отсюда, а? Пока ноги при тебе. И с кем же сейчас я говорю? С мышью или котом? Ни с тем, ни с другим. Скорее уже уж с лисой, которая в песне почти случайно с молчаливым наблюдателем, готовым прервать молчание. Разумеется, слова мои достойны места более уединенного, а также более, я бы сказал, утонченного. На мой вкус, слишком уж здесь как-то некадисто. Пойдем. Не понял. Что? Куда пойдем? Ты хотя бы согласие моего спросил. Ни хрена себе. Вот это интересно. Ну вот, совсем другое дело. И где мы находимся? Верни меня обратно сейчас же. Потянуться за оружием. Блин, ну чел опасно выглядит. Ну давай, тут миленько. Дом надежды. Здесь усталые могут отдохнуть, а голодные насытятся от души. Угостись же, ни в чем себе не отказывай, ведь это трапеза. Может стать для тебя последней.
С чего вдруг? Можно назвать это девятым чувством. Ну, мать твою, кто ты такой? Давай... Вот я знал, что это херня какая-то. Что может быть лучше незнакомого дьявола? Дьявол знакомый. Друг ли я тебе? Возможно. Противник? Допустим. Но спаситель? Да, однозначно. Так, я не понимаю. Блин, была бы мне Карлах, сейчас она хотя бы договорилась бы, но я сейчас вообще никак не договорюсь. Чего ты решил мне помогать? Мне плевать, что ты такое. Лучше скажи, чего ты хочешь. Чего ты решил мне помогать? Давай так. Потому что сострадание мое безгранично. Я брожу среди нуждающихся и приношу утешение, когда могу. Ты в отчаянном положении. Один череп, два постояльца, и никаких решений не предвидится. Но я хрен узнаю, я запросто со всем разберусь. А, я, конечно, все понимаю, что я ничего не понимаю, но... Может, мои спутники что-то еще скажут? Добавят там, не знаю, что-то, потому что я ничего не понимаю. Ух, кто он мне? Что мне делать? Любой мой шаг, в принципе, я понимаю, это мой выбор, и осуждать его никто не будет, потому что эта игра и рассчитана на то, что ты можешь делать, в принципе, что хочешь. Ладно, допустим, я пойду на все, лишь бы избавиться от паразита, мне нужно подумать. Ты обезумел, если считаешь, что я пойду на сделку с дьяволом. Так излечи меня, или умрешь от моей руки. Мне нужно подумать. Ты, конечно, не торопись, но лучше реши что-нибудь до того, как начнешь махать щупальцами. Займись самолечением. Носись туда-сюда, умоляй, укради что-нибудь, наделай долгов. Исчерпай все возможности, останься с пустыми руками. И вот когда надежда съежится и покроется ледяной коросты отчаяния, тогда ты постучишь в мою дверь. Ну, навряд ли. Надежда. Ха-ха-ха-ха. Идеальная приманка. Угу. И чё? Если я решу заключить с тобой сделку, как тебя найти? Я посмеюсь последним. Отправь меня обратно, я больше не хочу тебя видеть. Никогда. Я вырву твой ядовитый язык. Ну, блин, сражаться с ним такое себе. Ну, во-первых, он не желает нам зла, как я понимаю. Но, опять же, мы не понимаем, что он хочет. Если хочет сделку, чтобы спасти нас, ну, мы должны отдать что-то взамен. Что-то взамен, в принципе, я не готов давать, в первую очередь, потому что у меня и так ни хрена нету. Сейчас бы была Карлах, она бы хотя бы более-менее, может, что-то подсказала бы и разоблачила его. А так как ее с собой у нас нет, я хрен знает, что нам делать. Что заключить с тобой сделку? Как тебя найти? Я буду поблизости. Хочу посмотреть, как ты портишься, словно личинка в сочном мозгу. Спасибо. Все эти милые симптомчики, лопающаяся кожа, плавящиеся внутренности. Пока ничего такого? Да тебе просто необычайно везет. Круто. Я буду рядом, когда везение закончится. Так, давайте вы все перемещайтесь-ка. Надо поговорить. Адское пламя, в прямом смысле. Стоило подумать, что мы уже близки к решению нашей проблемы. Как появляется дьявол? Невозможно. Мы справились со всеми прочими странностями. Что вставили у нас на пути? Справимся и с этой. Так, этот Рафаил. Он знает нашу тайну, утверждает, что может помочь. Что ты об этом думаешь? Эх, я не знаю, что я думаю. Я сам в замешательстве нахожусь. Что мне еще сказать? А, мудрость. Прочесть ее мысли, прибегнув к связи между вами. В смысле? У нас какая-то связь есть?
Ой, ё-моё, я знаю, сейчас может либо выйти идеально, либо максимально какая-то херня. Ну давай попробуем. Отлично. Класс. Успех. Предвкушение, она испытывает тебя насчет Рафаила. Похоже, ты хочешь сказать что-то важное про Рафаила. Помощь есть помощь, откуда бы она ни пришла. По правде говоря, даже не знаю. Он делает, доверять ему нельзя, это прописные истины. Похоже, ты хочешь сказать что-то важное про Рафаила. Вообще-то, да, ты прав. Чутье тебя не подводит. Дьявол наверняка стремился посеять сомнения среди нас. Я не первый раз встречаю любителей использовать такие приемы. Чтобы кого-то сломать, не нужно бич или дыба. Страха и сомнений достаточно. Когда приходит настоящая боль, жертва уже сделала за палача половину работы. С дьяволом верных ответов не бывает. Он играл со своей едой, с нами. Ну, тогда я рад, что принял верное решение. Что же это за типы такие, с которыми ты водишь компанию? Я и не предполагал, что ты настолько искушена в телесных и душевных пытках. Мне казалось, в твоем голосе промелькнула нотка восхищения. Чего она на меня так смотрит? Шана, ты этот, пилишь меня глазами. Я не предполагал, что ты настолько искушена в телесных и душевных пытках. Твое счастье. Это действительно прием. Остерегайся его. И Рафаила тоже. Ну, будем остерегаться. Что за история с тем твоим странным артефактом? Что ты думаешь обо всем, что с нами за это время случилось? Нам стоит познакомиться получше. Пока что нам лучше разделиться. Встретимся позже в лагере. Нет, пока разделяться не будем. Но это об этом в лагере уже надо поговорить. Окей. А что думает наш Асторион об этом? Что, теперь с нами еще какой-то дьявол взялся? Чем дальше, тем веселее. Он сказал, побегай. Похоже, он уверен, что мы не отыщем. И, возможно, он прав. Нам так и не удалось ничего найти. Ну, мы как бы только в начале, брат, так что... Еще, может, что-то да найдем, наверное. Будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Нет, у нас еще остается вариант. Хочешь продать свою душу, дело хозяйское. Нет, у нас еще остаются варианты. Допустим. Ну что это за... Не спеши, я подожду. Он с нами играет. Напоминает мне одного старого приятеля, который любил забавляться живыми игрушками. Ты же колдун. Ты знаешь, чем чревато несмотрительное заключение контракта. Да знаю, какую бы западню или не расставлял для нас Рафаил, нам нельзя в нее попасть. Мы и так уже между молотом и наковальней. С одной стороны, нас обложил дьявол, с другой или Тиды. Рафаил всего лишь комбион, мы его переиграем. В смысле, а что это такое? Комбион. Ну, говорит такую фразу. Да неужели? Ну, конечно, ведь ты отлично понимаешь, что происходит, не так ли? Этого не одобряет. Тебе известно, кто поколдовал нам поразить? Блять, я не успеваю. И ты, конечно же, знаешь, что у нас такого особенного, что теперь уже дьявол виноват, комбион является к нам. Все приложение, потому что, если нет, можешь попрощаться со своей душой. Даже если мы и не угодим в эту конкретную западню, какой бы она ни оказалась, мы все равно не знаем, что с нами происходит. А это означает, что Рафаил загнал нас в угол. Видим мы это или нет. Разозлили мы Асториона. Сладкоречивый дьявол. Старая сказка, отец мне ее рассказывал. Там есть герой, злодей и мораль. Все как положено. Говорится в ней о крестьянине, что заключил сделку с дьяволом. В обмен на самый драгоценный плод дьявол обещал крестьянину бездонный кошель. Само собой, драгоценным плодом оказалось не яблоко и не груша, а любимая дочка. Сказки нас многому учат, согласись? Ну, есть такое. Да, с подходящим учителем... Да, с подходящим учителем. Что ты думаешь о дьяволе Уилл? Давай ближе к делу. Ты про Рафаила? Учитывая, в каком мы положении, его предположение как минимум стоит подумать. Избавь меня от притч. Я тебе заключать сделок с таким, как он.
Да, с подходящим учителем. Что ты думаешь о дьяволе, Уилл? Откажи ему. Каким бы манящим ни было предложение, каким бы яствами он тебя и не соблазнял, цена будет слишком высока. Всегда. Неловкий сделок с дьяволом меня не интересует. Он говорит об исцелении, мы должны хотя бы выслушать его. Я заплачу любую цену. Первое, пока я выберу, потому что ты еще на что-то рассчитываешь. Но когда он станет последней надеждой, вспомни наш разговор. Он потребует в уплату то, с чем тебе дороже всего расставаться. А потом еще и что-то в придачу. Сейчас тебе может казаться, что это за исцеление ты отдашь что угодно. Но дьявол возьмет не что угодно. Он возьмет все. Ну, спасибо, спасибо. Утешили меня немножко. Выживание, провал. В смысле? Это еще что? В смысле? Чё? Чё это? Не вижу. Кто нас заметил? Автосохранение завершено. Так, я не понимаю. Так, а может вы тоже пригнетесь как-то, не? Так, у нас тут вход в деревню. Что за деревня, пока непонятно. Ага, и наверху у нас какой-то лагерь. Никого мы там только не видим. Вот в чем проблема. Так. Давай наверх попробуем собраться. Так, ну что могу сказать, никого тут нету. Никого тут нету. Испугали меня. Ящик. Что тут интересного? Хоть шаром покати. Хоть шаром покати. Тут что у нас? Гнилой гриб. Для чего можно склизкий плесневатый гриб источать резкий запах? Одно использование. Нахер не нужно. Так, С-12 врат. Эту бутылку поясывают. Изображение распахнутых врат. Говорят, что с каждой новой выпитой бутылкой ее владелец будет пробуждаться в новых неожиданных местах. Хм. Окей, заберем эти бутылки. Интересно, что будет потом. Так, лопата вроде бы у нас имеется, не так ли? Лопата. Где-то мы же ее брали. Где лопата у нас? Да что вы шепчете? Я ж просто вам пригнуться сказал. Лопаты что-то я не вижу. Ладно. Давай возьмем лопату. Так, все, отлично. Мы вышли со стелса, грубо говоря. Так, у нас какой-то тут дом. Какой-то дом. Так. Я что-то слышу. Что это? Очень странные звуки. Ну, допустим. Когда ты подходишь ближе, из дома доносится гортанный рев, а затем несколько ударов чем-то тяжелым от двери. Потом протяженный стон. Кто-то там хорошо проведет время. Я начинаю предполагать, что это. Открыть дверь. Не лезь. Им явно не нужны зрители, а мне не нужна драка. Да ладно, давай откроем, все равно открыть дверь. Да нормально все. А, какого хрена? Прошу прощения, не хотел мешать. Вы так шумели, аж захотелось присоединиться. Что? Медленно попятиться. Прошу прощения, не хотел мешать. Мешаешь, хрень, я тебя раздавлю. Ёпта. Нет, братан. Так, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да ладно. Так.
кому-то уже хана, точнее мне. Ага, я понял. Так, он тяжелый очень, да? Так, а сторону отдельно. Я понял. Асториону плохо. Шедухард, Шедухард. Чё ты можешь? Пафнуть на морского-то. Усиление характеристик. Школа. Давай усилим. Уилла. Нет, погоди. А. Бычья сила, превращение... Ощущение второе. То получает преимущество при проверках силы и увеличивает вдвое грузоподъемность. Преимущество при проверке выносливости и нельзя иметь более одного источника времени. Что получает преимущество при проверке ловкости и избегает половину урона при попадении с... падении с высоты. Что получает преимущество при проверках харизмы. Что получает преимущество при проверке интеллекта. Что получает преимущество при проверке мудрости. Нет, что-то это все херня. Сделать цель устойчивее к эффектам заклинания и состояния. Она получает бонус. Так, не понимаю. Провод гуманоида. Эффект заканчивается досрочно, если вы либо кто-то из вас в союзе наносит цели урон. Изгнание нежити не подойдет. Школа помощь преграждает второй круг. Исцелить союзника и увеличить максимальную ОС. А мы можем меня исцелить? Ну и для подтверждения. Угу. Так, я смог подняться, это круто, но хода у нас, к сожалению, нет. И, скорее всего, он опять упадет. Так. Ошеломляющий удар. Просить несмертельный атак по врагу может дезориентировать цель. Резануть по уязвимому месту противника, вызов у того кровотечения. Что у него там? 27. Давай попробуем. Пройдено. Не такой удар давай тоже. Угу. Конец хода. Угу. Так, давай максимально отойдем назад. Угу. Разбавлю масло остроты. Покрыть используемое в данный момент оружие маслом. Нет, это нам не подойдет. Обычный яд. Так, странно, что мы ни хрена не можем использовать. Бежать с поля боя. Бежать с поля боя, оторвавшись от врагов, вы можете бежать с поля боя и отправиться в свой лагерь. Почему-то действие недоступно. Почему? Нет очень движений. Странно, почему? Или то, что я ход весь потратил, что ли? Допустим. Подготовка. Тратить 6 метров от своей скорости перемещения до конца своего хода. Вы имеете право на второй бросок урона дистанционным оружием и зачет. И зачет лучшего результата. Выстрел в бедро. Выстрел в бедро. Ранее может уменьшить его скорость перемещения 50%. И урон нанесем, да? Ёпту, не 59. 59 хило. Охренеть. ХП хило, ё-моё. Так, и давай тоже отойдем. Вот так вот. Все, конец хода. Конец хода. Зря там встал, походу, да? Угу, отлично. Я забыл, что она говном метается. Так, что у нас тут? Может нанести ранение в грудь, цель теряет действие.
конструкции не могут получить ранение в грудь. Может дезориентировать вашу цель, она не может предпринять ответные действия и утратить бонус ловкости к своему классу брони. Да, вот эта штука его ёбнем. Так, Shadow Heart код персонажа игрок. Выберите ответное действие. Настойчивость. Так. Не оттолкнем его. Провал. Так, прорубание. Широкий взмах оружием, который атакует сразу несколько врагов. Атаковать текущего оружия ближнего боя. Облако кинжалов. Давай ебанем сюда. Вот так вот. Отлично. И давай отойдем вот сюда. Шедухар тоже. Давай-ка. Ходи. Отлично. Так, а кинуть ничего в них нельзя. Что-то так, монеты души. И монеты могут питать адские движения. Во. А, ну мы ход потратили уже. Так, а у тебя что? У тебя вообще ничего. Ясно. Эй, ты чё Shadow Heart трогаешь? Не трогай ее. Так, чё у нас? Шоковое прикосновение. Цель не может использовать ответные действия. У этого заклинания есть преимущество против существ в металлической броне. Брызги яд, создает струи ядовитого газа. Магическая рука. Развивает магическую руку, невидимо, и может выполнить дополнительные поручения. Цветные брызги, существо, у которых в общей сложности до 33 ОЗ. Оступить существо. Ага. Да, но у нее выше, так что не получит. Переворот гуманоида тоже нет. Атака из-под тишка. Персонаж должен иметь преимущество. Так, а что, не имеет преимущество, что ли? Ну ладно. Так, а что? Светик приворот гуманоида. Нет. Ну-ка, у него в инвентаре что-то интересное имеется. Мухоловка. Шанс поймать в ловушку цель, если она не является растением или зверем. Нет, не то. Чем тебя ёбнуть-то, ё-моё? Давай брызг яда. Брызг яда. И отходим. Желательно вот сюда. Угу. Так, и ты. Разбивающий звук. Договор клинка. Шепот. Испугать существо, оно получит помеху при проверках и бросках атаки. Не сможет двинуться с места. Вот это, кстати, при успешном испытании цель все равно получает половину урона. Довольно хорошая штука. Если она не сможет передвигаться, это мне даже в плюс. Так, и отойти куда-то надо, чтобы она меня ничего не кинула. Ну, примерно так. Так, испугалась что-то и ёбнула Асториона. Не круто. Ладно, мы его сможем поднять еще как-то. Теперь нам надо... Так, сколько у него хп осталось? 13 хп. Что-то нам надо такое, чтобы его как-то дезориентировать. Это нет. Священное пламя. Устойчивость, усиление характеристик, защита. Спокойствие, наставление. Благословение, эликсир. Нет, 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 нет. Так, ну давай. Не, погоди. 1.8, 1.10. Блин, хотя его, конечно, хорошо бы ёбнуть, потому что промах. Да ладно. Чё-то попал немножко, да? Угу. Отлично.
И мы можем отойти спокойно, нам ничего не будет. Заебись. Так, теперь ты. Теперь ты. Так, у нас второй блок кинжалов типа будет? Или чё? Ага. Это одно и то же облако кинжалов. Ладно. И назад немножко. Отлично. Конец кода. Так, минус один. Вообще замечательно. Так, пляшущие огоньки осветят местность на радиусе. Так, это нам не надо. Здесь шепот. То же самое, короче, используем. Нам только в плюс это. Отлично. Вообще круто. И Асторион... Асторион отдыхает. Ладно. Испуг. Гнев Будхир. Ух ты. Опасно. Ой, это что было? Блять, и он упал. Какого хера? Так, ну все. Священное пламя. Давай огонь в нее просто. Пизда ей. Отлично. Все, поднимайте все. Да, мастер до сих пор бьется учащенно. Жаль, что... Так, нельзя контролировать при смерти. В смысле нельзя контролировать? Как... Поднимай его. Ты... А ты поднимай его. Отлично. Так. Одну штуку используем. И... Так, Shadow Heart, Асториону надо. Я ему все кинул, да? Отлично. Так, а ты можешь нас хильнуть? Хильнуть исцеление ран. Давай меня исцели, потому что у меня заклинание прикольное есть. Асторион, Асторион, тебе надо разделить твои бутылочки. Разделить, подтвердить. Разделить, подтвердить. Одну мы мне дадим. Так, Гевалюсу я дал, да? Одного Гевалюса, Шедухарт, одну штучку, давай-ка закинем тоже. Или давайте лучше использовать, потому что у тебя хп вообще мало. Так, и что у нас? Надо обыскать их. Смотреть, что у них интересного. Так, оружие, оружие, оружие. Неинтересно. У нее тоже ничего нету. Зато, значит, в здании что-то должно быть. Искалеченный труп. Печально челику было. Золото забираем. Светик слепота забираем. Бронзовый кубок забираем. Продадим. Так, деревянный ящик. Взять все. И так. Вот, что там у нас. Значит, азут и дорогие выч... Книжка какая-то. Читать, что ли, ее? Холостопоправитель Азут награждает учение и труд. Вашу тягу к познаниям превратить в заклинание, пока мистру сомнения грызут. Бен, владыка раздоров и страха, правит плетью и дыбой и плахой. Возвышает тиранов и огромные страны, превращает в пустыни из праха. Зная ведьма по кличке Бешаба, отвратительно мерзкая баба. Не подмажешь молитвой, выйдешь голый на битву и замерзешь врагам на забаву. Все, это весь стих. Так, свиная вырезка. А что, взять типа можно? Взяли, ладно. Свежая ли она? Вот в чем вопрос. Так, что у нас? Вода. Вода нам всегда нужна. Так, ломать тухлого березка сыра. Гнилая морковь нам не надо. Это не надо. Поломанный буфет. Глазами бумпу. Эй! Взяли эту книгу. Я ж читать ее не буду так, если я возьму. Ладно, так, что у нас в этих ящиках? Еще что-то, наверное, интересное есть. Точнее, в бочках вода. Ладно, воды у нас вроде более-менее хватает. И вот этот ящик мы обыскали, да?
Все. Ну ладно. Короче говоря, на этом пока мы закончим. Это вот будет первая серия по вратам Балдура. Так что с вами был товарищ Прайм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И мы увидимся в следующем видео. До скорой всем встречи, товарищи. It's really simple if you look at it that way.